Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, мои подписчики. Сегодня я вам хочу показать свою покупку, которую я сделала в интернет-магазине LDBT. Покупку я в этом магазине делала в первый раз. Приобрела я вот такую эмульсию для лица. Здесь 30 мл. Это эмульсия для лица с ретинолом, придающая сияние. Она идет вот в таком красивом оформлении с дозатором. Еще не пробовала ее. Открываю все вместе с вами. Что нам обещает производитель? Это антивозрастная эмульсия с ретинолом. Сводит к минимуму проявление тусклого неровного тона кожи. Создана на основе растительных и фруктовых экстрактов, чтобы безопасно и эффективно оживить цвет лица, придать коже сияние и здоровый блеск. Ретинол в комплексе с витаминами С и Е выравнивает тон кожи, способствует предотвращению проявления мимических и глубоких морщин, сужает поры. Необходимо равномерно наносить на очищенную кожу лица и рук. Клана вот в такой красивой коробочке. Вот. К эмульсии я заказала кусочек мыла, туалетная вербена. Пахнет очень вкусно, здесь 100 грамм. Очень интересное мыло я брала, но немножко другой фирмы. В этом магазине я не брала такое мыло. Вот решила попробовать, что у нас из этого получится. Мыло Карите вербена. В подарок эмульсии шла вот такая маска. Это маска антивозрастная с витаминами А, В, Е, тканевая, на тканевой основе. Она шла в подарок к эмульсии. Идет тоже она с ретинолом и коллагеном. Увлажняющая антивозрастная тканевая маска. Эффективное средство, способствующее повышению эластичности и тонуса кожи, заметно уменьшает видимость мимических морщин. Вот попробуем такую масочку. Не очень люблю я маски на тканевой основе, но если они идут в подарок, то с удовольствием ими пользуюсь. Сработала у меня на этой покупке промокод, сработал со скидкой, получилась скидка у меня в 150 рублей, и плюс сработало кодовое слово на подарок. В подарок шла такая вот ночная маска для волос, кокосовая ночная маска. Эта маска у меня пошла в подарок после того, как я ввела кодовое слово. Вот тоже ее хочу попробовать. Интересно, что она из себя представляет. Но кроме этого, как я поняла, уже стандартно идет вот такое вот саше тонального крема. Но здесь его, конечно, совсем немножко. Вот. Ну, на раз, наверное, хватит нанести его. Вот сюда поставим его. И также вот положили образец аромата цитрусовый, океанический, кенза. Между прочим, пахнет через сашетку. Очень приятный такой аромат. Ну, скорее всего, это у нас в виде салфеточки идет. Ну, тоже аромат можно прочувствовать, потому что в виде салфетки обычно я на запястье рук наношу, и аромат можно почувствовать. Вот такая вот покупочка у меня получилась LDBT. В принципе, я своей покупкой довольна и, конечно, повторю ее. Я всегда, прежде чем сделать покупку в каком-то интернет-магазине, я, во-первых, подписана на все акции, которые проходят в интернет-магазинах косметики. Я всегда перед покупкой или в момент совершения покупки ищу промокоды, кодовые слова, чтобы сделать покупку
максимально выгодный для себя, чтобы заплатить меньше, если это скидки, процентные скидки бывают 20, 30, 50, бывают денежные скидки от 100 до 1000 рублей и кодовые слова для подарков. Многие спрашивают, что вы больше любите, подарки или саму косметику? Я люблю все, и подарки, и косметику. Подарки – это что такое? Это возможность бесплатно попробовать что-то новое из косметики для себя и решить, стоит ли это покупать самостоятельно или нет. Поэтому подаркам я всегда рада. Спасибо за внимание. Смотрите мое видео, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, приглашайте к знакомству. Буду рада знакомству с новыми людьми. Всего вам хорошего. До свидания.